Весна постепенно вступает в свои права. Вместе с обновлением природы пора привести в порядок и свои придомовые территории. В последний мартовский день, 31 числа, на территории Краснодарского края по распоряжению губернатора будет проведен Всекубанский субботник. В этот день на уборку городских улиц выйдут сотрудники администрации, работники предприятий, школьники и студенты. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь к Всекубанскому субботнику, приведите свои придомовые территории в порядок. У нас общая задача – сделать город ухоженным и красивым, город, в котором приятно и комфортно жить. Лень и скуку гоните прочь, возьмите в руки грабли, лопаты, веники, все на субботник, вперед, вперед, Славянску подарите весеннее настроение.